Приветствую, дорогие рукодельницы, а возможно и рукодельники. Предлагаю вам связать вот такой красивый мотив для ирландского кружева или для декора. Трилистник. Вязать я буду из натурального шелка. У меня вот такие два моточка. По метражу соответствует примерно ниточкам Виолет от Ярнард. В 50 граммах 282 метра. И крючок буду использовать 1,25. Приступаем. Набираем, вернее, делаем скользящую петлю. Значит, хвостик на ладошку, ниточку на пальчик, делаем один обвив. Так, пропускаем крючок под первую ниточку, захватываем второй виток, вытягиваем петельку. Вот так. И аккуратно снимаем с пальчика. И вот в это колечко мы будем вязать как бы начало. Рабочая нить. И набираем 14 воздушных петель. Чтобы ниточка не скользила, я вот так оборачиваю ее за мизинчик. Первую мы уже набрали петельку. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шелком вязать тяжело, он расслаивается. Но шелк очень красивый. Набрала я 14 воздушных петелек. И теперь вот сюда, в колечко, обязательно вот так, за две ниточки, вяжем столбик без накида. Это у нас основание для первого лепесточка. И вяжем еще один столбик без накида. Также вяжем 14 воздушных петель. 2, 3. Провязали еще 14 воздушных петель, основание для второго лепесточка. И опять вот сюда, в колечко вот в это. Один столбик без накида. И еще один столбик без накида. И третий раз вяжем 14 воздушных петель. И также провязываем в колечко столбик без накида. Так, провязали. Теперь мы должны колечко затянуть. Вот так тянем за хвостик. И затягиваем колечко. Теперь начинаем обвязывать вот эти арочки столбиками без накида. Работу не переворачиваем, то есть вяжем вот так по кругу. Под каждую арочку будем провязывать 23 столбика без накида, пряча хвостик, то есть хвостик прикладываем. Вот так. 1, 2, 3. И так далее, при необходимости, вот так столбики подтягивая. 23 столбика без накида. Провязали 23 столбика. Теперь вяжем вот в эти два столбика, которые у нас в колечке, соединительные петельки. В первый столбик. Соединительная петелька. И еще одна соединительная петелька. И также под следующую арочку вяжем также 23 столбика без накида. Хвостик можно продолжать прятать. Но можно уже и обрезать. Он уже надежно спрятан в один лепесточек. Но я подстраховываюсь и прячу его дальше. 1. 2 и так далее.
провязали 23 столбика без накида. И точно так же в 2 столбика на кольце вяжем соединительные петельки. Первая и вторая. И точно так же по третью арочку вяжем 23 столбика без накида. Провязали. Теперь у нас одна соединительная петелька. И вяжем теперь вот в эти столбики разные великие столбики. Сначала вяжем 3 столбика без накида. Один. Два. Три. Далее полустолбик. Далее 4 столбика с одним накидом. Один. Два. Три. Четыре. Далее 3 столбика с двумя накидами. Первый. Второй. Третий. Далее вяжем так. Столбик с двумя накидами. Сюда же, в эту же самую петельку основания, сюда же еще один столбик с двумя накидами. И вот над ним он у нас получается центральным. Мы вяжем пико из 3 воздушных петель. Раз, два, три и пико в центр столбика и за боковую. Вяжем соединительную пико. И вяжем еще один столбик с двумя накидами в это же основание, сюда же. Получается, что у нас 3 столбика с двумя накидами вяжутся в одно основание. И в центральном, на центральном вяжется пико. Далее у нас будет по убыванию в обратном порядке. Сначала 3 столбика с двумя накидами. Первый. Второй. И третий. Сейчас 4 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Четвертый.
Полустолбик. И 3 столбика без накида. Первый. Второй. И третий. И вот сейчас, где мы вязали 2 соединительные, мы провяжем только 1 соединительную. Вот между этими лепесточками. Одна соединительная петелька. И точно так же мы будем обвязывать 2 лепесточка. Точно так же. Сначала 3 столбика без накида. Первый, второй, третий, далее полустолбик, 4 столбика с 1 накидом, 3 столбика с 2 накидами, в вершинку в центральный будет в одно основание 3 столбика с 2 накидами, во второй из которых свяжется пико, и далее по убывающей. Между вторым и третьим лепесточком также 1 соединительная, и точно так же вяжется третий. Довязали мы последний, третий лепесточек. Также 1 соединительная. И теперь либо можно обрезать ниточку и спрятать хвостик и оставить так, а можно связать вот такой стебелечек. Набираем количество воздушных петель, какой нужно нам длины. Обычно я набираю 20 или 25 воздушных петелек. Но сейчас наберу 20. Здесь у меня 25, этот хвостик подлинней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязала 20 и обвяжем столбиками без накида. Сначала мы вяжем столбик без накида. Вот здесь во вторую петельку. 1. И в соседнюю еще 1 столбик без накида. Это для того, чтобы зафиксировать ниточку, чтобы она у нас не слетела. А далее мы будем вязать столбики без накида. Вот так обвивая цепочку. Не в петельке, а просто по цепочку. Считать их не нужно. Просто вязать плотно друг к дружке столбики, периодически немножечко их подтягивая на цепочке, чтобы не было зазоров, дырочек, чтобы не было, чтобы вязались они плотненько. Обвязали хвостик до конца и вяжем соединительную петельку вот сюда, вот в соседний столбик рядышком. Закрепляющая петелька. Обрезаем хвостик и вытягиваем ниточку. Вставляем ниточку в уголочку и прячем с изнаночной стороны вот сюда, в толстенькое место, туда и обратно. И вот такой у нас получается красивый трилистничек. Отпариваем обязательно и используем. Вяжите с удовольствием и легких вам петелек!